На электронно-цифровой торговой площадке публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» открыт аукцион по выбору поставщика услуг по разработке эскиза проектной и рабочей документации музейно-образовательного комплекса, парковой зоны и спортивного кластера в городе Магнитогорске. Конкурс проходит в рамках разработки крупного многофункционального проекта по развитию городской среды притяжения. Реализовать его планируется в юго-западной части Магнитогорска. Территория освоения принадлежит Магнитогорскому металлургическому комбинату. Общая площадь предполагаемой застройки 357 гектаров. Инициатива руководства ММК по освоению и развитию этого земельного участка поддержана руководством города и агентством инвестиционного развития Челябинской области. Планы по реализации проекта притяжения включены в стратегию развития города Магнитогорска до 2035 года. Председатель совета директоров ПАО ММК Виктор Рашников отметил: «Магнитогорцы заслуживают того, чтобы жить в достойной городской среде, иметь все возможности для полноценного отдыха, занятий физической культурой и спортом, приобщения к здоровому образу жизни. Реализация данного проекта позволит сконцентрировать на зеленой благоустроенной территории современные объекты высокого уровня, позволяющие активно отдыхать, повышать образовательный и культурный уровень, получать качественные медицинские услуги. Комбинат приложит все усилия, чтобы проект притяжения был реализован в полном объеме и действительно стал местом притяжения и для магнитогорцев, и для гостей города. Для нашего города это будет мегапроект, предусматривающий создание и развитие городской среды совершенно нового качества. Предполагается поэтапное освоение территории. На первом этапе на площади более 160 гектаров должно быть создано ядро проекта, включающее музейно-образовательный комплекс, многофункциональный спортивный центр и благоустроенную парковую зону. Парковая территория будет разделена на несколько зон. Зона семейного отдыха с прогулочными дорожками, беседками, игровыми площадками, двумя искусственными водоемами. Зона активного отдыха с парком аттракционов, сафари-парком, досуговыми площадками, скейт-парком и площадью для массовых мероприятий. Вся территория и все объекты будут использоваться в круглогодичном формате, а все пространство будет интегрировано в городскую среду. Необходимую документацию и требования к потенциальному исполнителю работ, а также информацию об условиях проведения конкурса можно найти на электронно-цифровой площадке ММК. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться. Первый этап конкурса – квалификационный отбор – открыт до 8 февраля 2019 года. В случае затруднений при регистрации необходимо обратиться в службу технической поддержки по телефону 8 800 775 3005.